Совет номер один. Английский – это тот язык, который открывает все двери в мире. Поэтому лучше начинайте учить его в 20 лет, чем в 47. Я вот уже 5 лет учу, но более-менее, я, конечно, от лака. Но в 20 лет я уверен, что мне было много проще. А второе, естественно, это уделять внимание IT-наукам. В 20 лет IT-науки зарождались, и многие мои коллеги IT-шники, они, правда, слишком сильно увлеклись, и это стало их основной профессией. Все-таки я, если вы предприниматель, вам нужно просто знать эти технологии, но не становиться IT-специалистом, IT-директором. Все-таки бизнес – это чуть шире, чем IT. И третье, конечно же, следить за здоровьем. То есть многие вещи, которые я там совершал на базе своего большого здоровья, будьте мудрее, да. То есть на самом деле, когда тебе 47, ты понимаешь, что самая большая ценность – это здоровье. Спите больше, следите за режимом дня, ешьте умеренно. Может, выпить литр вина и литр водки, но, поверьте, это не стоит этого. Эти победы вам не зачтутся.